четверг глава Кинешемской администрации Андрей Томилин сообщил о своей отставке в связи с переходом на новое место службы в органы исполнительной власти региона. На время город возглавит Андрей Чужбинкин, руководитель комплекса строительства и природных ресурсов Ивановской области. Кандидатуру Чужбинкина рекомендовал губернатор. И велика вероятность того, что впоследствии именно бывшего зампреда поддержат при выборе главы администрации. Михаил Мень отмечает, что Кинешме нужен рывок в социально-экономическом развитии. Андрей Чужбинкин зарекомендовал себя как человек с хорошим хозяйственным опытом. В данное время именно хозяйственника Кинешме и не хватает. Я очень надеюсь на то, что Андрею Николаевичу удастся консолидировать элиты. Потому что он человек абсолютно не ангажированный ни из какой группы влияния в городе Кинешме. На сегодняшний день он может абсолютно четко выстроить пресловутую равноудаленность бизнеса того же от власти и нормальный контакт абсолютно со всеми, абсолютно, что называется, с чистого листа бумаги.